Певица выложила совместное фото со своим преподавателем. Российская певица Полина Гагарина покоряет Китай, отправившись в тур по этой восточной стране. И во время гастролей она решила взять несколько уроков китайского языка. Об этом она сообщила поклонникам в Инстаграм, опубликовав фото со своим педагогом, который учил ее основам языка. «Сегодня был урок китайского, меня хвалили, но кажется, из вежливости. Это мой педагог, мистер Лэнг, завтра пою второй тур, пожелайте мне удачи», написала Гагарина под фото, на котором она стоит рядом с мистером Лэнг, показывая вверх большой палец. Судя по геотегу, Гагарина в настоящий момент находится в городском округе Чинша. Уже несколько дней певица выкладывает снимки из КНР. Эта поездка стала неожиданностью для российских фанатов, поскольку Гагарина никак ее не анонсировала. Поклонники в комментариях к этому посту пожелали Гагарине успехов и хорошо выступить.